Всем привет, друзья! Ну что ж, состоялся выход игры Overwatch. Она набрала дикую популярность еще до своего официального релиза, и наконец-таки мы можем в нее поиграть. По этому поводу я даже прикупил специальное издание под названием Origins Edition. Сегодня мы посмотрим, какие же вкусняшки в данном издании. Ну и, естественно, будем нагибать всех. Что ж, Origin Edition включает в себя, естественно, игру Overwatch, различные вкусненькие подарочки для игр Blizzard, 5 обликов для героев Overwatch. Как вы видите, я впервые зашел в игру, и давайте посмотрим, что же это за облики. В первую очередь, это у нас легендарный облик на Бастиона Заросший. В общем, робот из Titanfall немножко оброс, забросили его бедненького, но зато у него появился друг. Это Райз из Blackwatch. Ну, смотрите, какой дядька брутальный. Похож на бандита, если честно. Ну, а теперь самое вкусненькое, друзья, это за предзаказ облик Темная Вдова. О, да. Блин, Близзарды, зачем вы делаете персонажи такими сексуальными? Теперь зрителям придется отлучаться ненадолго по делам. Блин, она может этой косой кого-нибудь убить, реально. Так. Тыш, и все. Ну и, естественно, не обходится без солдата 76, одного из самых популярных героев в этой игре. И у нас кинчик командир Моррисон. Так вот, реально, командор. Межгалактических войск практически. Естественно, не обходится без Трейсер, ведь она у нас самая популярная, самая главная и самая красивая. Будет у нас пилотом. И последний у нас скин на Фару, тоже эпический. Меняется расцветка, так. А, ну и шлем меняется. Ну, если честно, этот скин отстает от всех остальных, но тоже неплох. Ну а по остальным вкусняшкам это у нас малыш Уинстон в World of Warcraft. Рубашка для Хардстоун. В общем, что за рубашки, знают только игроки Хардстоуна. Крылья Ангела для одной из моих самых любимых игр Diablo 3. И портреты для Старкрафта. Вся эта красота вам обойдется в 3299 рублей на официальном магазине Battle.net. Но вы можете сэкономить на gamestore.ru и купить точно такое же издание все за 2799. Рублей. Это самая низкая цена. Я там взял, и, как вы видите, все четко прошло. Ну и теперь самое главное. Это у нас сама игра. Сегодня мы поиграем в быструю игру. Думаю, через пару дней я выпущу выпуск по потасовке недели. Каждую неделю мы будем выпускать новый выпуск. Ну и будем ждать, когда же Близзарды соизволят добавить рейтинговую игру. Погнали! Ну что ж, сейчас мы будем играть в Дорадо. Это у нас локация, где был последний короткометражный мультфильм по Overwatch, где, помните, солдат 76 спас девчушку. Но я буду играть не за солдата, а за Трейсер. Почему? Ну, вы знаете, что она мне очень понравилась. По способностям, естественно. Ну что ж, я первый раз буду на этой карте играть. У нас колокола. Ха, офигенно. Так. Эй, не время стоять на месте. Эх, самое главное, закрывает у нас шарфик, да. Или нет, подождите. А, нет, все-таки я играл на этой карте. На ОБТ. Это у нас талия получается. Чем карты в Overwatch хороши? Они хорошо продуманы, детализированы, много везде всяких деталей. Кто там играется? Кому-то очень понравилось. Привет! Привет, жирный! Все, погнали. Так, кто там у нас? Красавчик, что ли? Надо смотреть под ноги, могут быть ловушки какие-нибудь. Давайте их обойдем. Надо вспоминать карты, это очень важно. Поближе, поближе, поближе к нему, не боимся. У нас Трейсер ближнего боя, по сути, поэтому... Ух, твою мать, как это было больно. Снайпер где-то. Где-то вдова заныкалась. На крыше, как же к ней добраться, а, ребята? Ну, он там вот сверху. Блин, реально, как к ней добраться? Умел бы я так по крышам прыгать, как она. Ну, она с помощью крюка залазит, конечно. Ей попроще.
Крейсер. Отлично. Перемотаем, чтобы отхилиться. Узкие улички в этом городе. Так, вдова. Противостояние такое. Куда она делась? Ой-ой-ой, не в тот райончик я заглянул. Но главное, мы новую контрольную точку открыли. Ой-ой-ой, красавчик. Он никого не взорвал, отлично. Хотел меня бахнуть, но я ушел вовремя. Шикарно. Вот засранец. Я промазал. Ну, тоже неплохо. О, смотрите, здесь есть проход. Никогда не замечал. А, это банк, нифига себе. Ух ты, сколько золота, золотишечка. Хотя сейчас-то похоже, знаете, типа, мороженое в золотой пленке или шоколад. Ой, что-то их тут слишком много. Мне нужна помощь. Надо круто играть вместе с друзьями в эту игру. Но у меня друзей нету. Так что, печалька. Блин, их там реально дохрена. Так, давай без боссов, чувак. Не нравятся мне твои боссы. Толкаем тачку. Это же та тачка из мультика. Да. Офигенно. Тише, тише. Вышел тут он. Крутой такой. О-о-о! Словил маслину. Прямо в жбан. Смотрим. Да. Понимаете, трейсер хороша, если выносит кого-то один на один, но когда они бегают там по трое, то тяжело. Давайте обойдемся со стороны. Господи, снайпер вонючий. Давай, я ж тебя сейчас уничтожу. Ой-ой-ой. Нечестная перестрелочка, ребята. Втроем против одного. Йоу. Блин, нельзя этого засранца близко подпускать. Вот на турбосвина бы кинуть гранатку. И получу. Сейчас хил возьмем. Отлично. Мне лучше. Блин, как так-то я промазал? Мой фейл. Ну ладно, мы его убили. Надо тренироваться в этой игре. О, смотрите. Прикольная фотка. Возле золота сфоткались. Ну, точнее, их на камеру зафоткали, но они специально так встали. Жирный, я ж тебе отомщу. Отлично. Сделали это. О, неужели это победа? Офигеть. Ну, эх, что я могу сказать? Играли мы так себе. Давайте в обороне это исправим. Но победа есть победа. И тут все мальчишки слюной потекли. И ой, даже я попал вот в эту табличку, кто выделился. Ну, давайте страйпу поставим. И на троечку оценочка. А тем временем у меня уровень растет и... Третий уровень! Новый контейнер. За каждый уровень, друзья, вам дается контейнер. В этом контейнере могут падать различные облики и другие вкусняшки. В конце выпуска я их пооткрываю. Итак, оборона. Кем же мы будем с вами... играть? Низкий урон, мало защитников.
Может, Зиньяту? Нет танка, нет снайпера. Ну, можно турбосвином похукать, как Дэнди. Приготовьтесь к обороне. Ну, так вот, такой пик уже более-менее, смотрите, да. Неплохо. Во, вообще нормально. Даже можно было по атакующего взять. Чтобы он бегал, отвлекал. Ну окей, поиграем. Хотел сказать пуджиком. Свином поиграем, похукаем. Кстати, тут есть пасхалка. По-моему, на Диабло. Сейчас я вам покажу. В одной из игрушек у нас есть Диабло. Где же ты? Так, да-да, уже игра начинается, но я хочу в пасхалку глянуть. Где же она? Где Диабло? Погнали, обойдем их. Эх, первый хук. Мимо. А ты что тут бегаешь? Иди сюда. Подморозили, еще и хюкнули. Бедный парень. Так, сейчас мы поднимемся. Стреляет он сверху, засранец. Я чувствую его. Свежее мясо. Эх, ушел. Ну ладно. Ух, сверху хукнули. Ой-ой-ой. Койни. Как тебе такое, засранец? Эх, блин, ну... Не хватило немножко здоровья. Сейчас бы мне хила, и это просто был бы минус 3. Ну ладно, мы время выигрывали. Нормально. Там вот Бастион уже сидит, отстреливается. Шикарно. Пока что у нас золото за убийство. Смотрите-ка, лучник там ходит. Сейчас пойдем его хукнем. Так, куда он делся? Наверх ушел. Вот сука. Наших убивает. Сейчас я к тебе приду. Подожди. Хо! Нашел. О! Гориллу вынесли. Спасибо за хил. Тише там, тише. Как я промазал? Ладно, если время похилиться. Блин, один на один он меня может вынести, если честно. Так как у него очень большой урон, но у меня, в принципе, тоже. Получай. Эх. Нормально, нормально, убьем его. Ух. Ух-ух-ух. По-моему, мы разошлись. Блин, что-то я мажу иногда. Именно не хуком, а выстрелами. Надо это исправлять, конечно. Получай. Говнюк. Не даем им пройти вообще никакую. Там Рейнхард идет. Ищи, как не вовремя на него повесили. Хил будет вообще, не? Давай, ангел. Шикарно. Надо дождаться суперспособности и зажечь с новой силой. I love Dorado. Бастион хорошую позицию занял. Ой, по-моему, я ухукнул в стенку в ледяную, охренеть. Давай без этой Рюгава Катани, что-то там.
Не, ребята, ну, блин, почему каждый раз, когда я... Ого! Спасибо. Каждый раз, когда я прожимаю ульту, они там то под щитом, то и спрячутся все. Короче, всякое дерьмо происходит. Получай, твари. Кинемся. Это что такое, церковь? Похоже на церковь. Замес в церкви. Так. Ух. Щит поставила. Ладно, сейчас ульта будет. Блин, как же тебя, сука, пробить? Можно вот здесь подождать. Давай, 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 давай. Хоть кого-нибудь. Отлично. Минус два. Эх, скорее всего, они точку захватят. Блин. Ребята, не давайте, не давайте им, будьте там. О, смотрите, какой у нее классный шлем. Хилов надо убивать в первую очередь. Ты что тут, офигел? Иди сюда. Отлично. Ангел хорошо играет. Нет, не пора, девчушка. Эх, ушла. Вечно уходят эти мелкие засранки от меня. Не любит она жирного. Иди ко мне. Если ты меня не любишь, я сам к тебе приду. Тут, походу, ее парень вписался за нее. Эх. Неужели мы выиграли? Шикарно. А хотя, подождите, там оспаривается. Дополнительное время. Не давайте, не давайте им. Они двигают тачку. Не-не-не-не-не, ребята, нельзя, 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 вообще ни в какую. Встали и жиром своим защищаем, чем угодно. Ну, блин, я так старался пойти. Эх, в последний момент. Расслабились. Нельзя так расслабляться. Бастион неудачную позицию занял. О! Да хиль меня, хиль меня. Иди сюда. Блин, вот этот танк у них вообще все решает. Засранец, а? Блин, какой он шустрый. Я сисюкаться с тобой не буду, достал. Ты сегодня умрешь или нет? Боже мой. Боже мой. Рановато я хукнул. Ох, ребята, не давайте им. Не давайте им двигаться. Нельзя. Нет, ребята, нельзя. Отлично. Заняли позицию. Бастиона, сюда, срочно. Ой-ой-ой, они сейчас будут просто идти и сжать. Дополнительное время. Давай, 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 давай. Шикарно. Ульта. Ух! Кто здесь? Кто здесь ходит? Вот эта мелкость, засранки, не давайте здесь стоять! Сука, мы должны выиграть, ребята! Ну постарайтесь! Фу-ху-ху. Бля, где команда? Все сюда, это просто мега заруба, ребята! Похер, стоим здесь. Убили его, отомстили ему. Получай!
Куда ты? И это еще пришла. Боже, это что это с чем-то сейчас происходит? Давай, серьезно, кто тут? Кто пришел? Пошел отсюда нахер, убейте его. Да! Боже, это просто невероятная победа. Фух. Я надеюсь, это записалось. Да, Бастион тут должен был затащить. Но мы играли жирным. Ну, не знаю, у нас, по-моему, момент был и покруче. Фух. Я лайк ставлю, конечно же, саппорту. Она очень многое решила. Эпический матч. Спасибо. Ух, это только первая игра, такой накал страстей. Давайте пока поиск матча откроем контейнерочек. Так. Эх. Что-то мне вообще все голименькое выпало. Там нашлась карта снова Дорадо. Я не хочу на ней играть. Хочу вам как можно больше разного показать. Поэтому еще откроем контейнер. Ну блин, что-то мне вообще не везет. Одни граффити. Победные позы. Что за фигня? Давай еще. О, что-нибудь годное? Эх. Вначале вообще не везет. Ну хоть облики. Главное, чтобы облики выпадали. Это, ну, основное, как по мне. Вы прибываете на шоссе 66. Приготовьтесь атаковать. Итак, атака. Шоссе 66. Кем бы поиграть? Солдатом? Гензи? Макри? Много снайперов. Нет танка. Че, мне опять танком играть? Серьезно? Ребята не хотят брать танков. Ни в какую. Давайте попробуем за Диву. Не знаю, зайдет она тут или нет. О, кстати, сколько раз играл, не замечал, что мы тут появляемся в кафешке. Всегда мечтал покушать вот такой вот кафешке. Настоящей, американской. И, наверное, вкусные блинчики. Ну что, есть какие-то пасхалки? Всякие бомбы тут у нас. Похоже на Элизабет. Ой-ой-ой. Кто там херачит по нам, а? Какой борзый. Ой-ой-ой-ой-ой. Нельзя умирать. Так, груз сопровождают. Вот это мне вообще фолочь напоминает. Заправочка. О, кстати. О, да, вообще няшка. Ух, нифига себе, какая она милашная. Я еще раз хочу на это посмотреть. Блин, какая она крутая. Получай. Хотя даже, мне кажется, это бесполезно по ним так стрелять. Все, вызываем нашего робота. Вот это другое дело. Так, что по грузу? Он движется там? Да, потихонечку кто-то его сопровождает. Не-не-не! Братан. Меня похиль. Бум, здесь стоять. Его тоже хилят. Так, где там у нас медик?
Ой, турелька. Твою мать, пройти нам не даст. А, все, я сломал. Солдат, красава. Так, тоже защищается. Не надо нам тут сейчас расплаты. Надо нам поближе подходить, ближе будет больше урона. Получай. Есть самоуничтожение. Куда ты? К дом, стой! Эх, я хотел самоуничтожение сделать, бежать. Ой, ну ты, блин, бесчестный. В спину. Девчушку. Вот, сука. А ну постой, засранка. Так, он похилится. Перемотало время. Вот тебе подарочек. Сейчас будет большой бабах. Уй! Твою мать, сам себя убил. Ну и гнома забрал. Инженера. Вы охренели тут вообще бегать, а? Блин, трейсер, я сейчас Уинстона возьму. Ну, чисто тебя убивать. О-о-о, мы прям полетели. Кстати, я его не проверял, когда щит, я могу стрелять или нет? Сейчас проверим. Вот щит? Нет, нельзя. Эх, жалко. Было бы круто. Ой-ой-ой-ой-ой. 15 хп, похиль, пожалуйста. Yes. Нет, не надо восставать. Ну не надо. Ах ты урод. Получай. Ну мы потихонечку прорываемся. Это самое главное. Правда, мне тут надо быть поосторожным. Теперь будем ставить груз толкать, чтобы он быстрее ехал. Ай, сзади, сзади, трейсер. А ну отстань. Тебе это не поможет. Нас тут больше. Отлично. Цель устранена. И... да! Вот так вот, ребятки. Кто самый сильный? Правильно, Дива. Чего у нас не хватает? Танка не хватает. Снова свина возьмем. Я бы, если честно, сыграл больше защитником, чем танком. Допустим, Мэй. Или вдовой, но я хреново снайперю. Много снайперов тогда у нас уже есть два. Давайте поиграем. Ну, давайте за толстушку. Это у нас такая полненькая цемочка, типа, да? Когда год не занималась спортом. Фига себе, она летает. Я тоже так хочу! Но я слишком жирная, чтобы взлететь. Так, надо захватить две точки, да? Сейчас мы их дождемся. И закроем один проход. Ха, какой я хитрый. Боже, это гениально. Сейчас идеально закроем прям. Так, смотрите сейчас, какие мы будем хитрые. И оба! Ха-ха! Им придется обойти, а здесь я их охлаждаю. Вот, ах ты, писька. Смотрите-ка. Щит вовремя заюзала. Не, ребятки, до свидания. Что? Черт возьми! Вот это я закрылся. Ну нормально, зато сам себя спас. В принципе, это альтернатива еще нашей одной способности. Получай. Так, далековато. Отлично. Ну слушайте, пока что... наша толстушка справляется неплохо. Ой-ой-ой, что-то больно. Где бы мне такой пистолет найти? Кстати, вот здесь комната просто пыток. Если сюда кто-то зайдет, он пожалеет об этом.
Давайте, я здесь. Приходите сюда. Ау. Так, да, давайте попробуем кого-нибудь. Попался на живца. Шикарно. Ладно, закроемся пока. Чё там, офигел жирный? О, у меня есть ульта. Так, я знаю, что мы сейчас будем делать. Охлаждаем, охлаждаем всех. И давай. Морозим, морозим. У меня уже серия из 5 убийств, офигеть. Слушайте, а она ничего такая. Ну, в плане способностей. Получай, получай. Жирный. Так, давайте похилимся. Ой, ну старайся дальше. Так, она хочет что-то со мной сделать. Не в ту комнату ты зашла. А, она сломала все камеры. Черт возьми. Нет, тебе сюда нельзя. Эй, кто там? Какой дерзкий. Сейчас я похилюсь. И сразу ультимейт прожму здесь. Они не смогут сюда пройти. Нет, 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 нет. Заморозили, заморозили жирного. Получай, получай. Yes. Боже, как же я играю. Сегодня мы побывали в 3 странах. В Италии, в США и в Египте. Это, собственно, страны, где все бы хотели отдыхать. И Overwatch позволяет это сделать. Так, на убийство. Сейчас я тут немножко их задержу. Стойте за мной, как за каменной стеной. Что тут офигели? Жирный. Охлади траханье. О, вот эту вот девчушку. Давай, давай, давай. На, получай. Ой, что-то я слишком увлекся. Блин, такую серию испортил. Ну ладно, зато мы ей дали по жопе. Отлично, мы там замораживаем всех. Так, толстый. Нет, 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 отстань от меня. И ты тоже успокойся. Блин, ребята, они сейчас захватят точку. Потом столько мало времени осталось. Все в бой, срочно. Ребята, не отдавайте. Черт, вы это видели? Офигеть. Жирный. А ну отвали, сука. Прям в голову. О, падение ангела. Вот сука. Успокойся. Да, ты сюда зря пришел, чувак. О, мне дали награду. Ледяной прием. Интересно, что это значит. Типа 15 людей заморозил. В одном бою, наверное. Воу! В том же самом месте примерз. Так, он едет, едет, едет. Нет, ну только не на меня. Ну за что? Я его приморозил, когда он ехал. Охренеть. Постоянно ставим стеночку. Главное, чтобы тут вот эти камеры стояли. Они очень хорошо помогают нам в защите. Не-не-не. Мы должны пережить возмездие. Не успокойте эту тварь. Ребята, вы достали. Эх. Ну что такое? Неужели мы проиграем? Эх. Блин, ну обидно, если честно. Так хорошо начинали. В итоге они на последней секунде вырвали победу, когда точку А захватили сейчас. О, а теперь мы на этой карте будем атаковать. Надо брать реванш. Будем играть, будем стараться. Трейсер, может быть. Или Макри. Давайте попробуем за Макри.
О, ну, дартса у меня нет, но зато есть пистолет. Давайте проверим мою точность. Фак! Видимо, только дартс. Дерьмо. Так, здоровся. Футбольчик. Я тогда вратарь, раз я беру его руками. Опа! Ребята, давайте в футбол поиграем. Ну, хоть гол забил. Так, а что они тут едят? Что это за суп такой страшный? Все, погнали. Ух, чем ты меня откинула? Первый пошел. Тише. Блин, ну как мы будем идти без танка? Возьмите Рейнхарда хоть. Тяжело будет пройти вот именно вот это место. А, найс. Там турелечка стоит, всех убивает. Ребята, надо ее сломать. Или мы не сможем там пройти. Я захватываю объект. Сломали ее? Додумались. Получай, сука. Фу, там эти лазеры везде. Так, турелечка. Блин, не простреливается. Так, есть ультимейт. Не-не-не. Успокоились. Надо дождаться идеального момента. Давайте попробуем. Ну, хоть так. О, господи. Блин. Там они очень хорошо оборону организовали. Получайся, сука. Бастион сидит. А как пройти? Нужно снайпера брать, наверное. И стреливать. Ребята, нам нужно здесь. Все сюда. И отсюда выходить под щитом Райнхарда. Я только такую возможность вижу. Где Райнхард? Давай щит открывай. Вот, хорошо. Задумался парень. Короче, я сейчас попробую обойти их. Так, спокойненько. Фак, тут нельзя обойти, серьезно. Вот это вообще хреново. Так. Отлично. Блин, как не вовремя у нее откатилась ульта. Должны брать реванш. Давайте обойдем. Нам не стоит идти прям в лобовую. Господи, как же больно. Так, дай похилиться. А, ты меня уже отхилил. Отлично. За счет заведения. Блин, охренеть их там. Сейчас раскрываю. Блин, ну... как не вовремя у меня патроны кончились. Надо было, наверное, все-таки подержать немножко суперспособность. Я еще не очень хорошо в ней разобрался. О, ну что, ладно, похрен на все. Давайте отдохнем. Так. Как же хорошо они окупались.
ты черт. Блин, ну опасно туда выходить. Вот реально, очень опасно. Блин. А, что за фейлы? Был турельку сломать. Ультимейт на турельку не используется. Так. Жирный, что с ним происходит? Что сейчас было? Такой прилег. И у меня патроны как не вовремя кончились. Блин, ребята, 3 минуты, давайте. Пораставила тут свою говна. Так. Ой, тише. Блин, ну я не знаю, как туда заходить. Какого героя брать? Сейчас расплат. Отмена не пошла у нас. Ульта? Можешь реально тут снайпера взять. Мне, наверное, уже перда горит от того, что я делаю. Эй-эй-эй. Черт возьми. О, короче, надо менять тактику, что-то брать. Кого? Срочно, что-то надо, что-то жирное, прям турбосвина. Сюда иди. Ах ты, сука. Так, что-то я передумал. Жирный! Вот туда невозможно зайти, там просто, ну, такая жесть. Всего понаставлено. Вот так вот, если только. Давай. Ну, 2 турельки просто. Бастион и турелька. Это невозможно. Давайте, разберитесь с ними. Я не знаю, как-нибудь. Тяните время, мне надо дойти и там ульту прожать. У врага телепорт. Помогите найти. Осталось 30 секунд. Атаку! Ребята, давайте. Все в бой. Ну, сделал все, что мог. Короче, ну, они просто сильнее нас оказались, вот и все. Я не могу сказать, что команда плохо играла. Но они просто оказались сильнее. Награда well played. А за что она дается, я даже не знаю. Лучший момент матча. Обидка. Тут он разошелся. У них игру выиграл Бастион в конце и Инженер. Там очень тяжело было к ним пройти. У них еще была эта девчушка, я не помню, как она называется, которая ставит лазеры. Туда, ну, хрен попадешь. Единственное, можно было взять фару. Я только сейчас об этом подумал. И взлететь и попробовать там пострелять ракетами. Ну что ж, друзья, не стоит расстраиваться, ведь благодаря поражениям мы можем осмыслить наши ошибки и потом стать даже лучше. Лучше играть, и я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Я надеюсь, это видео соберет свыше 5000 лайков, потому что если оно все-таки соберет, то в следующем видео я, пожалуй, вот такую вот штучку тогда куплю. Типа 5000 лайков, 50 контейнеров. Все честно. Плюс, друзья, я, пожалуй, наверное, буду искать команду для этой игры. Если вы реальный задрот в такие шутеры, у вас есть результаты, пишите мне ВКонтакте, я вас добавлю и соберем команду, будем записывать. Также потасовка недели скоро, ну и что еще? Если вам игрушка понравилась, заходите на gamestore.ru,
Со скидкой в 15% вы можете приобрести Overwatch Origins Edition всего за 2799 рублей. Все вкусняшки, которые в данном издании, вы видите сейчас на своих экранах. Игрушка мега зачетная, так что я думаю, потратить на нее деньги уж точно стоит. Ну и напоследок, фастиком открываем 3 контейнера. Выпадет что-нибудь годное. Пока что ничего такого. Ну, монетки выпали. 50 монеток. Моя душа. Хорошо. Стремится к гармонии. Так, стремление к гармонии. Взгляд через плечо, победная поза. Что это за сложность? Новичок? Да, по-моему, когда мы играли, со мной одни новички были. Моя душа стремится к гармонии. Отлично. Давайте следующий. Ну, что-нибудь крутое. Ну, please. Опа! Офигеть! Так, это у нас эмоция. Но она достаточно редкая. Так, граффити. Потом, лучший момент матча, во. Самое вообще классное, это когда выпадает скин или лучший момент матча. Ну и значок. Можно поменять. Давайте поставим. Все, последнее. Ну что-нибудь, пожалуйста, крутое. Please! Печалька, легендарочки мне сегодня не будет. Так, граффити. Потом граффити на турбосвина. Прикольная. О, облик. Ну, так, чисто цвет поменять. Но все-таки приятно. И на Ханзо тоже граффити очень красивая. Все, друзья. Всем пока. Любите, играйте, выиграй. Увидимся в следующих выпусках.